СМИ в РФ хотят привлечь на выборы мемами и селфи. Центр избиркому России предложили творческую концепцию информационно-разъяснительной кампании на выборах президента в 2018 году. В России разработали концепцию привлечения граждан на президентские выборы в 2018 году с помощью флешмобов, мемов и селфи, передают ведомости. Отмечается, что Центр избирком России выбрал победителя конкурса по разработке концепции информационно-разъяснительной деятельности на выборах президента в 2018 году. Им стала компания «Има Консалтинг», с которой может быть заключен контракт на сумму около 40 миллионов рублей. В компании пояснили, что готовой концепции информационно-разъяснительной работы у них пока нет, а только предварительные креативные проработки. Тем не менее, в конкурсной заявке «Има Консалтинга», с которой удалось ознакомиться ведомостям, упомянут спецпроект по популяризации выборов с участием ресурсов в социальных сетях. Предусмотрена также работа в социальных сетях. От мониторинга и реагирования на негатив до флешмобов, предлагающих добежать до выборов или сделать селфи на избирательном участке, за самые удачные кадры можно было бы вручать грамоты ЦИК, предлагают в компании, уточняет издание. Сообщается, что в целях распространения информации о выборах могут быть использованы мемы. В соцсетях также предлагается использовать мемы, легко распространяемые смысловые единицы. Как пример такого мема авторы концепции предлагают фразу «Куда ушел Малахов?» На выборы, информирует газета. Холодный взгляд Путина и Обамы на G20 стал мемом. Ранее сообщалось, что в США разрешили делать селфи на избирательных участках в 20 штатах и округе Колумбия. По материалам сайта news.com.